Так я слышал. Однажды превосходное существо пребывало в Саватхе, в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндики. И когда наступила глубокая ночь, Никидева, обладающий поразительной красотой, освещая всю рощу Джетты, подошел к благословенному. Подойдя, он поклонился благословенному, стал рядом и сказал ему: «Как вы, господин, пересекли наводнение?» «Не останавливаясь, друг, но и не напрягаясь, и пересек наводнение». «Но каким образом, господин, не останавливаясь и не напрягаясь, вы пересекли наводнение?» «Когда я останавливался, друг, то я тонул, а когда я боролся, то меня сносило». «Вот так, друг, не останавливаясь, но и не напрягаясь, я пересек наводнение». Дева: «Долго искал, и, наконец, я вижу Брахмана, полностью угас который, не останавливаясь и не напрягаясь, привязанности к миру смог он пересечь». Так сказал Дева. Учитель одобрил. И тогда тот Дева, подумав: «Учитель согласен со мной», поклонился благословенному и, обойдя его с правой стороны, прямо там и исчез.